3 всем сегодня мы играем с новой YouTube стрии. На Чиплеере 1.295 мы продолжаем играть. И прошлой серии мы играли на карте Секретный центр ремастерит. Будем играть на карте Будем играть на карте YouTube классический. Давай мы сюда. Не, давайте на нормале будем играть. На нормале. На кубовку погонишь там. Сейчас 58 минут. Сейчас ночи ровно. Я лысенький в очках. Ну ладно. Ну и ладно. Может, я просто захотел такую понести, потому что мне нравятся очки, разноцветные очки, потому что другой справа, левый, это красный. А другой справа, это красный. Потому что мне нравятся разноцветные очки. А что став-то? А, это я просто не отвечал. Ладно. Свои часики. Та-т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 а. Минут еще идет. Блин, ну куда ж ты погонишь что? Ну, должен быть. Да хочу. О, видите? Так, блин, перезарядка эта глупая. Мне просто, я просто рад, что это сделали поярче. Когда я играл старый, когда я играл старую версию, у меня было все потемнее, все еще хуже стало. Еще какой-то игрок тут. Чё за... Офигеть, она пискнула, блин. Просто она пискает. Она там пискнула. Блин, как мне эту фигню? Это у меня просто часики маленькие. Дорогие, наверное, там, наверное, 1000. Что, это 1000, наверное, или чем-то, или это... Дизешка пришел бы, блин, чувачок. Если ты хочешь в ролик попасть. Если да. Ой, блин, я не заметил. Я отвлекаюсь постоянно. Ну ладно. Ой, блин, нифига, нормально очень жестко будет бить. Представляешь, что не на возможной сложности надо бить его. Ни разу не тронуться. Потому что один удар и вы мертвы. Блин, патроны затратки жила бавана. Зато, блин, на этой уровне, блин, дает много оружия, наверное. Так, давай мы сейчас закупим автоматик. О, автоматик. Сейчас миссасал, пока. Пам, 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 пам. Автоматик. О, автоматик. МП5, по-моему, там это называется. Или МП5. Ю-ю-ю-ю-ю. W. Как мы, блин, говорили, как мы играли в Апокалипс DLC. Блин, не закупи, блин, залечиться забыл. Ну ладно, потом полечимся. Это волны. Сейчас я должен аккуратно это все делать. Потому что я один удар, и я... Ну, нормальной сложности. Они реально очень сильно бьют, поэтому... Ну, понемножку. Немножко они сильно бьют. Пауки какие-то. Никто не бегает. Блин, ну что-то мешает. Потом...
главное, чтобы они сзади не ходили. Иди сюда. Какой у меня битоток? Иди сюда, мой любимый. Какой у меня битоток? На, тебе по ноге. Ладно. Так, я должен купаться еще раз с этим. Нет. Блин, извиниться забыл. Ну ладно. Что, дизешка? Спасибо огромное, что ты снял со мной ролик этот. Снял этот, как его там? Снял ролик, как я играю, снимаю видос этот. Продолжение survival режим, наверное, survival режим, да, он там называется. Я заметил то, что у тебя корона на голове. Можно еще и горящую и светлую голову получить. Но когда ты будешь белым и. Так. О, блин, мы повторю. Все, мы побежали к озеру. Воу, скорпион. Вы уверены, что я должен туда? О, скорпион пришел. Игроки пришли, хоть по три человека. Ай, блин, меня ударили. Просто на чужих серваках играли. Ой-ой-ой, скорпион, блин, фига. Он мне не попал. Я очень легко увидеть, я сказал честно. Здесь можно... Блин, я так и знал, что... Я замер, кажется. Гад. Еле выжил. Я просто знаю, что он сзади меня, по-моему, да? Так, продаду это пока что. Что я эту пулеметик не продам, потому что он крутой, люди крутое. Та-та-та-та-та. Извините, почему я не несу, конечно же, этот. Такую же маску на голову, как у меня, я вам показывал в первом survival режиме. Если что, в верхнем углу экрана в подсказках будет, если вы хотите еще раз посмотреть, что у меня за маска. Та-та волнушка. Какой-то болван пришел, ну ладно, пускай со мной играет. Если он англичанин, то я зайду всех. Ой-ой-ой, они сзади лезут. Убить его. Пацанчики, да что ты? Да-д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 а, получайте. По головам получите, блять, призовы. О, у тебя тоже такие же очки, чувак. Если что, в группе ВКонтакте я укажу свой. Часы. Короче, 37 называется, да? Минутик будет. Если обязательно подпишитесь, я буду выкладывать на ютубовские ролики. 706 кушал какой-то. Стой, я хочу узнать, что у тебя за скин такой. Не, давайте после волны, давай после волны. Так. Так, перезаряжаю пушку, видите, меня ударили мне за. Что у тебя за скин такой? Непонятный скин какой-то, я его не знаю. Хоть бы ты не умер. Ну ладно. Ты так умрешь, наверное, смотри, какой у тебя скин-то.
Ну понятно, скилл, у меня вообще какой-то. Что ты себе? Что ты себе эти самые? Что-нибудь скажешь мне? Мы за чего? Блин, не понимаю, что он там писал. Но все равно забанил. Блин, найду все. Во-во-во! А что я вас стрелять не могу, алё? Что, взялся, что ли? Да? Добрый поза. Блин, патроны забыл, патроны. Смотрите, смотрите, куда они идут. Ой, блин, у меня чуть не попало. Наверное, до 12 штук, наверное, тут босс появится, наверное, если не ошибаюсь. Нет, это до 19. Наношу просто как их. Ой-ой-ой. Сейчас нужен пузик. Анонсер пришел. Привет, анонсер. Как дела? Анонсер, анонсер. Давай. Видели, даже ни патроны ни разу не потратил. Зашибись. Патроны-то мало-то, блин, надо их прокачать потом. Прокачать оружие вот эти. Да ну, хватает, хватает. Если что, я вот этот продам. Гледи, какой-то, что это такое за игрок такой? Я хз кто такой. Какой-то... Да... Гридерфуз какой-то пришел. Игрок. Я фиг знаю, что я хз, что за игрок. ХЗ. Может быть он. У тебя скин фигня полнейший, чего? Я тебе отвечаю. 600 штучек. Лазут, блин. Тут офигеть можно. Нас окружили. Я шучу. А! Попали, гады. Что ты себя-то не защищаешь? А! Блин, ударили. Не, я лучше сваливаю отсюда. Давай, чувак, чё ты такой глупый нахер? Здесь можно, сколько... Юнь 457. Ой, блин. Ой, еще и опять сзади. Да ну нафиг. Как у меня стрелять? Если я убегаю.
Ой, патроны, патроны. Потому что я уже 7-й прохожу. 16-ю волну. У меня вообще никаких патронов нету пулемета, но я его прокачаю, что надо. Сколько, блин, патроны-то, блин, потратить можно? С ума сошли, что ли? С ума сошли, что ли? Так, 36-я статика осталось немножко. Если что, для этой карты советую пулемет брать. Брать пулеметик. Пулеметик. Все равно здесь месяц. Но я все равно в это место поделаюсь. Легко будет. Ещё бык будет появиться после этого, по-моему. Эпик музыка! Не в это могут есть. Вау! Эпик, что? Они могут в этой стороне ходить? Нет, не могут. Ракетники, ракетники! Какой ты, какой? Я король тебе. Почти. Куда? Нравится, бананы, создание без рук. Ай, как они меня бьют-то, алло? С ума сошли, что ли? Ой. Кто заспанился? Ой, блин, у меня чужой. Как ты, блин, какой хороший телепузик. Еще и сзади, блин, подходит. Гады какие. Еще гады какие. Если у меня патроны кончатся, я не знаю, что делать. О, бык какой. Смотри, какой бык. Давай, пучок. Ой. Он, блин, переломался. Ай. Видите, мне сколько? 8 тысяч. Все умер. Просто стоит такой. Если что, дизельчик, можешь применяемые, блин, реакции сделать, смешные моменты там, либо. Еле вы. Ну как тут сделал? Ну что такое? Ну как это сделал? Так, блин, сейчас мы. Ну 8000, ну хватает. Сейчас еще потрачу оружие на вот это. Автоматик. 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 Та-та-ту. Всё, предпоследняя волна и все. Даже ни одни игроки не пришли, даже я вообще один бегаю здесь. С ума слети же можно. А что ты за мной бегаешь? На мою сторону поворачивает гадина. Видишь, дымок пошел. Да.
Хоть бы увидели, как у меня, какая армия ходила за мной. Блин, патронов-то мало, блин, в конце концов. Пулемет-то, блин, этот. Фиг накопишь. Все, я уже в этой части озера. О, нифига, за мной парни. Ой, блин, еще я в этом стороне ходит. Ой, это кто такой? А, 54-й пришел. Последний. Все, настрелили. Капец, сколько патронов я потратил. Да уже понял, у меня уже последняя волна. Уже скоро предпоследаю. Так. Я автомат не трачу, потому что у меня автоматик весь. Скоро патроны закончатся, куша. Ай, блин. Что за фигня? О! Опять же тут саундтрек. Еще не ударил, то гадина какое. Ой, ё-мо. Ой, тебя ударил шариковый бластер. Вот всё, на моем стороне пошёл. Ай, блин, он меня не... Блин, как он тут... Да как его можно стрелять? Чё ты стреляешь там в него? Дай мне пострелять. А, не туда, чё такое гадное там ходит? Ой, блин! Да как он меня попал? Чувак, иди за мою сторону. Сейчас бегу от него. Видишь, он бегает. Блин. Мне ещё и попасть не убегает. Да блин, тут долбал телепортировал. Давай. Долбал телепортировал. Чувачок, извини меня. Видишь, у меня уже, смотрите, у меня уже 10 тысяч. Ой. В углу экрана у меня 10 тысяч. Давай, что ты? Все, уделали его наконец-то.
выживший. Ты выжил, отлично. Вот, блин, ну ты, если что, ты, если ты хочешь увидеть Майлендовы, ладно, друзья, давайте мы сейчас будем уже завязывать и продолжим все как в следующих сериях. Если кому понравилась серия, не забудь написать в комментах. Если что, мы пройдем еще и Майленд, Майленд Найт. Это в другом будет серия. Вот это будет завтра, а вот это послезавтра. Нет, где в понедельнике. Вот это будет Майленд Найт. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если ты хочешь еще раз survival режим, тогда пиши мнение в комментах, я сделаю его обязательно, чтобы не вылетала игра. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте все свои комментарии, всем до встречи, всем пока.